Здравствуйте. Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, номер 402. Два поезда выехали одновременно из пунктов А в Б навстречу друг другу. Расстояние между пунктами А и Б равно 350 километров. Скорость одного поезда 65 километров в час. Скорость другого 75 километров в час. Через сколько часов расстояние между ними составит 70 километров? Почему задача имеет два решения? Первое решение – это когда поезда еще не встретились, но они сблизились на 70 километров. То есть расстояние между ними 70 километров. И второй случай – когда поезда встретились и разошлись в разные стороны, и, соответственно, расстояние между ними стало равно 70 километров. Вот два случая. Давайте оба эти случая разберем. Итак, первое. Найдем сначала скорость сближения. Так как поезда идут в разных направлениях, то есть навстречу друг другу, то чтобы найти скорость сближения, надо эти скорости прибавить. 65 плюс 75 равно 140 километров в час. Это скорости сближения поездов. А теперь давайте узнаем, сколько километров пройдут оба поезда в первом случае. Так как расстояние между пунктами равно 350 километров, а они не дойдут друг до друга 70 километров, значит, чтобы узнать, сколько они вместе пройдут, надо 350 отнять 70. А это равно 280 километров. На это расстояние надо сблизиться. То есть это расстояние надо пройти обоим поездам. А теперь можно найти время. Надо путь, который они должны пройти, 280, разделить на их общую скорость. Общая скорость сближения 140. А это равно 2 часа. Это то время, которое необходимо, чтобы поезда не встретились, но сблизились, и расстояние между ними стало 70 километров. И второй случай. Скорость сближения такая же будет, так как они идут в разных направлениях, то есть навстречу друг другу, скорость их сближения будет 140 километров в час. А теперь давайте узнаем, через сколько времени они встретятся. То есть они пройдут 350 километров до точки встречи. Значит, надо 350 разделить на их общую скорость, на 140. Это равно 2,5 часа. Это через столько времени поезда встретятся. А теперь найдем время, когда они после встречи будут удаляться на 70 километров. Так как они тоже будут ехать в разных направлениях, то 140 километров в час – это скорость не только сближения, но и скорость удаления. А чтобы найти время, которое им необходимо для того, чтобы удалиться на 70 километров, нужно путь разделить на скорость. 70 разделить на 140 – это будет 0,5 часа. Столько времени им понадобится, чтобы удалиться на 70 километров друг от друга. А теперь можно найти то общее время, которое им на это понадобится. 2,5 часа понадобится для того, чтобы встретиться, и еще 0,5 часа, чтобы удалиться. То есть всего 2,5 плюс 0,5 это равно 3 часа. Столько времени понадобится поездам, чтобы встретиться и разойтись в разные стороны на 70 километров.
Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.